Развивая тему «кушать хочется», знаете, появилась такая очень циничная шутка, даже не шутка, а просто возглас такой в Москве. Несколько раз я уже слышала от разных людей такая вот «вся надежда на голод». Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они образумятся, и санкции снимут, и вообще будут с нами дружить, потому что осознают, что не дружить с нами невозможно.